очень волнительный момент, вот эти 3 дня, когда тебе, пока тебе позвонят и скажут, что в итоге получилось. Мы были в Белостоке, мы гуляли, благо был сезон клубники, мы ели каждый день много-много ведерками клубнику. Вот, и позвонили потом нам из клиники и сказали, приезжайте завтра на подсадку. И вот очень волнительный момент, я спрашиваю, а сколько у нас получилось эмбрионов? Они говорят, 5. У меня был шок, как же 5? Я ждала 3 максимум. Мы всегда хотели и знали, что у нас будет много детей. Дима из семьи, в которой 3, 3 детей. Я всегда в семье была одна, и мне всегда хотелось братьев и сестер, поэтому моя мечта в жизни – это 3 детей. Женились мы в 2012 году, и в связи с тем, что нам уже было по 30 лет, конечно же, детей мы захотели сразу. Вот. Беременность пришла, в принципе, достаточно скоро, через пару месяцев. Но счастье было недолгим, потому что оказалось, что беременность внематочная. Вот, то есть мы решили все беременности и трубы. Та же самая ситуация повторилась и со второй трубой, то есть и сразу же списалась на ЭКО в Минскую клинику. Все шло замечательно, но в итоге ничего не получилось. Можно было, конечно, уйти в отчаяние, то есть было 2 выхода, да, то есть либо уйти в отчаяние, либо пытаться снова и снова. Но мы нашли 3-й выход. Мы пришли к этому вместе, потому что иначе очень тяжело будет. Да, это правда, потому что когда у женщины это происходит, у тебя такое ощущение, что ты какая-то не такая. Мы решили, что нужно, наверное, заняться в жизни чем-то другим, потому что иначе, наверное, все равно бы ничего не вышло. Вот, и тогда мы решили, я записалась на Рижский марафон, мы решили пробежать 21 километр. Когда мы бежали марафон, с нами рядом бежала пара с коляской. Обратилась к Господу, скажем так, и сказала, «Божечка, дай нам, пожалуйста, деток, я обещаю, что мы пробежим с ними полумарафон». Я на 12-й день все-таки говорю, подружки мне уговорили, я сделала тест и показала 2 полоски. Мы так очень порадовались. Ну, еще радоваться до конца не нужно было. До конца радовались мы 9 февраля, когда они родились. Вот. ХГЧ, этот показатель, по которому, да, беременность определяет, 1175. Это очень много. Это на тройню даже, это не на двойню. Вот. И я поняла, что у нас все получилось, что у нас произошло оплодотворение, и они со мной. Не стоит ничего бояться, абсолютно. Это абсолютно нормальная процедура, это лечение, это не какое-то там, как правильно мой муж говорит, это не клонирование, это лечение, и вас реально вылечат. То есть вот меня, я считалась бесплодным человеком, и у меня теперь 2 детей. Мое мнение из всего того, что случилось, по деньгам это абсолютно одинаково в Беларуси и в Белостоке. Вот. Эффект лично у нас и результат просто потрясающий. Потому что, скажу честно, эмбриологи в Беларуси, наверное, еще не на том уровне, как в Польше. То есть в нашем случае, когда мы были абсолютно здоровыми людьми, да, просто был физиологический фактор, да, отсутствие 2 труб, в Беларуси не сработал эмбриолог, потому что эмбрионы были очень плохого качества. А здесь у вас есть и техника соответствующая, да, которая помогает. Есть врачи, которые имеют хорошую практику. Я уверена, что именно таким человеком он и будет. Это, вот он такой нежный, внимательный. Честно, все поражаются, вот, что мужчина может быть таким к детям. То есть он, вы видите, он берет их двоих на руки. Да, он наша сила, он наша защита. Моя любимая жена. Даже моя любимая девушка, которая была и есть. Мне интересно просто. Каждый день какие-то открытия. Вот они пошел, заговорил, что-то научился делать. Это очень интересно. Я считаю, что самое главное – это вера в то, что все получится. Иначе ничего не будет. Да, вера. Вера. Наша вера.